Итак, это у нас вагон-ресторан, типа того. Я хочу сказать, что сервис отвратительный. Вот смотрим, да, люди. Люди попили кофе, и хрен кто убирает. Такого в Союзе нельзя увидеть. Так что Европа. Европа бай-бай. Кофе на вкус тоже плохой. Самое неприятное для того, чтобы зарядить iPhone, я должен сидеть в туалете. То есть обычной розетки для того, чтобы зарядить, ее нет. Вот я сейчас поснимаю, он у меня очень быстро разряжается. Я пойду в туалет и буду минут 10 сидеть, ну, чуть-чуть зарядить. Но мы уже где-то ближе к югу. Смотрите, это при том при всем, что он куча людей, которые ничем не заняты, которым совершенно нет дела до того, как у них в вагоне. Это, кстати, русские туристы тоже, которые едут отдыхать. Я немножко злой по этому поводу, потому что это реально неудобно. Вот. Сервис. Так что я сейчас иду в туалет заряжать свой телефон. Мы, кстати сказать, где мы сейчас, мы прочитаем Тулон. Мы уже в Тулоне. То есть это одна из следующая остановка уже будет Центрофайль.